СГК настолько крупная фирма по своим активам сейчас уже, и это такой разветвленный холдинг, поэтому согласие они получают в Москве, в Федеральной антимонопольной службе, в центральном аппарате. Конечно, у наших властей, вот наших местных, да, в связи с этим очень серьезные переживания, потому что покупки идут такой чередой. Вот, и в итоге функция местных властей – это как-то пикейные жилеты, которые где-то там на лавочке обсуждают, что происходит. Да? Как вот в «Золотом теленке» было, помните, у Ильфа и Петрова. Становиться пикейными жилетами они не хотят, поэтому вот пошла такая корреспонденция в Москву, в центральный аппарат в конце апреля, в мае, о том, что, может быть, Федеральная антимонопольная служба не будет так любезна и по отношению к СГК, и не будет безапелляционно давать им согласие на сделку, а будет выставлять хоть какие-то поведенческие условия, чтобы в каких-то рамках осуществлял свою деятельность СГК после приобретения этих активов, потому что понятно, что речь идет фактически о естественной монополии, о создании такого крупного, неподконтрольного никому, кроме там, княжества Монако, значит, соответствующему субъекту. И в Москву такие письма ушли, мы сейчас там просим ответить тоже. К нам обращаются, говорят, вот что там Москва молчит уже там больше месяца. Может быть, посмотрят вот в таком ракурсе. Но сделки это крупные, они крупные даже для России. Поэтому смотрит только центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы.